Георгий – молодой предприниматель, занимается велосипедами. Он их не продает, а ремонтирует. Говорит, что когда-то купил велик подешевле, который сломался через неделю. Пришел в мастерскую, посмотрел и увлекся. В итоге занимается этим делом 6 лет, но теперь уже работает сам на себя. Оказывается, большинство велосипедных поломок связаны с тем, что транспортное средство неправильно хранят, преимущественно во влажных помещениях. Появляются подводные камни, допустим, сломанные подшипники или какие-то нюансы, допустим, с колесами, которые прогнили за все время, которые стояли в сыром помещении. Обычно на такие велосипеды уходит немало времени и немало денег. Наш герой освоил еще и тюнинг. Сделать из простого велика суперкрутой запросто. Нужно найти подходящие запчасти, и за пару-тройку часов будет собрано совершенно другое средство передвижения. По моему мнению, велосипед, который будет со средним классом оборудования, будет стоить где-то от 25 тысяч рублей. Следовательно, в эти деньги входят алюминиевая рама, двойные обода алюминиевые, обычные спицы, самые простые втулки, ну и навесное оборудование среднего класса. Это не дешевое удовольствие, могут и угнать. И такие случаи далеко не единичны. По статистике, за прошлый год всего за 5 месяцев было возбуждено 25 уголовных дел по данному виду преступлений. В этом году угонов уже 19. Уважаемые жители Одинцовского городского округа, используйте специальные противоугонные замки и блокираторы на время, когда оставляете велосипед без присмотра. Не оставляйте велосипед надолго в малолюдных местах. Паркуя велосипед у торговых центров, старайтесь, чтобы он находился в поле зрения камер видеонаблюдения. В случае кражи обращайтесь в полицию. Не доверяйте свой велосипед малознакомым людям и будьте осторожны на дорогах. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».